Так. Вашим услугам! А, вот оно что, не получается даже достать. Ладно. За веру, царя и отечество! Ваш покорный слуга. Подводим войска поближе. Жду приказа. О. Пекинеры, тю. Ладно. Что мы здесь изучаем? А, гренадер ехать надо было. Все. Изучаем. Так, это что такое вылезло? Ладно, может потом пропадет. Да, все равно перед сражением придется сохраняться. Я лучше перезагружу. Именно перед сражением, чтобы вот это... прямоугольник светло исчез. Так, хорошо. А ну... их там вообще мало. Ну да, ну да. Почему это возникло? Что это за баг такой? А ну я сейчас сохранюсь и быстро загружусь. Проверим. Что-то заело. А, загрузка пошла. А, вот исчезла. Что приказа? А вас тут и много. Боевой дух 5. Конечно, мне тоже подкрепление есть. Кто же знает, как тут оно все. Тут боевой дух 13. Здесь 7. Ну да, интересно. Все равно сражаться буду в следующей серии. К тому же надо, где тут у меня были дворяне или агенты. Уже бегу. Что еще от меня требуется? Надо значок поменять. Да. Это что? Ага. Дальность, дальность. А, вот.
Да, для ради этой пушки стоит изучить. Ладно, пусть изучает. А ну, с кем бы так, может, технологии поменяться? И вот это надо. На империя Сафавидов. Ничего у них нет. Алмаговал. Не хотят. Тоже не хотят, а просто торговать. Согласны. Хотел посмотреть, как тут с торговлей. А в Австрии что-то заблокировано. Так, а тут у вас технологии, а у вас и нету ничего. США технологии есть? Есть. Тоже не хотят делиться технологиями. Хоть какой-нибудь. Нет. Соединенные провинции тоже, наверное, откажутся, да. Франции, это как Швеция. Меняемся хотя бы. За три технологии не хотят отдать одну. Так, Испания. Ладно, не хотят, так не хотят. Так, пока достаточно, думаю. И в следующей серии как-нибудь придется сражаться. Если проиграю, конечно, будет плохо. Ага, вот пушки уже можно строить. Ага. Нет, тут... Почему эти? А, уже можно строить. Так тут 200. Что-то за дальность такая дурацкая. Ладно, потом разберемся. А пока конец серии.